Пока одни отдыхают в парке имени Карбышева в Нахабино, другие приходят сюда на уборку. Общественники движения «Зеленый патруль» провели очередной субботник. Территория относительно чистая, констатируют активисты. Однако там, где проходили пикники, убираться приходится основательно. Обнаружили шприцы, бычки, много осколков. Здесь отдыхают дети, в парке их действительно очень много. Здесь две детские площадки, и это опасно. Поэтому просим, чтобы люди не мусорили. Помощь активистам их же дети. Малыши, надев перчатки, помогают в наведении чистоты как могут. «Зеленый патруль» растит смену. Агентов, как называют себя члены движения, много не бывает. Тем более, что работы в сфере борьбы с мусором еще хватает. Мне кажется, что вот у взрослых больше немного понимания, конечно, вот к чистоте, к природе. Они все-таки собирают за собой мусор. Но у молодежи, конечно, все как-то оно не так. Но все равно вот мы как бы своим движением, да, своими делами, которые мы делаем в округе, мы, как бы, я думаю, все-таки донесем и до всего поколения нашего города, да, то есть от младших до старших, о том, что все-таки надо убирать за собой мусор. Тем, кто здесь отдыхает, активисты напоминают, парк не место для разведения костров, а забрать с собой пакет с мусором отнюдь не зазорно.